Проверка сомнительных заведений проводилась сразу по 5 адресам. В самом центре Брянска, напротив одноименной гостиницы, на высоком крыльце бывшего продуктового магазина, в любое время суток можно было увидеть возбужденных или, наоборот, поникших молодых людей. Вместо витрин с едой появился призыв делать ставки на участников спортивных состязаний. По адресу город Брянск, улица Дуке, 1А, был установлен факт организации незаконной игорной деятельности, а также букмекерской деятельности. В результате из незаконного оборота было изъято 22 игровых автомата, 4 платы игорных, значит, денежные средства, полученные от незаконной деятельности в сумме свыше 150 тысяч рублей, также ключи к игровым автоматам и иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о незаконной деятельности. Игровые автоматы погрузили в кузов грузовичка и увезли на склад. Их дальнейшую судьбу решит суд. Он же будет решать судьбы владельцев автоматов и организаторов незаконной игровой и букмекерской деятельности. Конечно, к утилизации их не приговорят, но соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает для подобных дельцов лишение свободы сроком до 6 лет.